Люси Донлан, Love Island, в бикини с леопардовым принтом и легким принтом на солнце. Люси Донлан, Love Island, была уверена, что фанаты развлекаются в Instagram во время блокировки с множеством ярких снимков. И ее последние были также шипящими, как она грелась на солнце в бикини с леопардовым принтом. Бывшая звезда реальности, 22 года, показала свою спортивную фигуру в крошечном двойном изображении, снимая глубокий загар для фотографии. Надевая светлые локоны, льющиеся каскадом вокруг ее плеч, серфер, казалось, наслаждался солнечным климатом. Это произошло после того, как она угостила своих фанатов множеством горячих снимков, когда отмечала Национальный день нижнего белья в пятницу. В попытке установить пульс на гонках она загрузила серию снимков в своем самом сексуальном нижнем белье. Люси выставила свои обширные расщепления и завидно настроила пресс на полный дисплей в ответных кадрах. Блондинка взорвалась серией знойных поз, обеспечив камеру под лучшими углами обзора. Хотя Люси выглядела феноменально на фотографиях, которые продолжались в течение года, серфер обнаружил, что она не достигла своего счастливого веса до января, когда она потеряла два камня, которые она приобрела на вилле Острова Любви в 2019 году. Люси потеряла два камня перед тем, как проникнуть на Остров Любви, но обнаружила, что жизнь на вилле на Майорке заставила ее набрать вес. Люси в то время рассказывала своим последователям в Instagram: «Ты буквально сидишь весь день. Вы как бы прибавили в весе, так что я сильно прибавил в весе. Но после ухода я потерял два камня. Теперь я снова в хорошем весе, так что все хорошо». Люси была не единственной, кто прибавил в весе во время своего пребывания на Острове Любви. Кертис Причард, 23 года, также получил два камня, а позже стал послом для наблюдателей за весом. В прошлом году серфер подробно рассказала о том, как она выглядит лучше, в эксклюзивном интервью Mail Online. Люси, которая уменьшилась с 12 до 6 лет в Великобритании после начала похудения в 2017 году, поделилась: «Я немного прибавила в весе, не знаю, осознал ли кто-нибудь это». Телезвезда объяснила: «Мне повезло, потому что я занимаюсь серфингом, но да, я жонглирую этим, посещая спортзал». Когда вы находитесь в центре внимания, вы хотите выглядеть лучше, так что это было трудно.